Привет! Это мой парень Лёша, и сегодня мы вам покажем челлендж «Апельсин и лимон». Мы заболели и решили заняться самолечением. У нас есть такие записочки. На них я написала либо лимон, либо апельсин. Мы будем тянуть эти записочки, и кому что выпадет, тот то и будет кушать. Ну что, поехали? Поехали! Апельсин, нарезали все дольки лимона, и сейчас начнем. Так, кто первый будет? Давай ты. Да, давай ты. Ну почему я? Ладно, давай на камень ножницы. Давай. Та-да-да-да. Оранж! Так, самый сладкий кусочек. Не подглядывай. Я сам выбираю кусочек или ты? Да. Можете выбрать. А, самый маленький, как ты хитрюля. Только нужно съесть все. С шкуркой, что ли? Нет, вот выгрызаю шкурки, прям как апельсиновую дольку. Ну как ощущения? Бодрит. Бодрит? Ну тогда поехали дальше. Так. Оранж! Снова оранж! Это какая-то подстава. Несправедливо. Зато я выздоровлю быстрее. Держи. Ничего подобного. Апельсины тоже очень полезны. У него не больше витамина С. Оранж! Снова оранж. Мне везет. А кто ложки эти писал? Не знаю, я писала. Походу все лимоны тебе я достану. Оранж. Радуешься? Мне сегодня не везет. Ты когда-нибудь столько цитрусовых ел за один раз? Я чувствую, у меня будет потом аллергия. Как высыпет где-нибудь. Буду потом гореть красными глазами. Теперь я. Три. Лимон, нет. Ну что, закончилась моя удача, что ли? Блин, он такой кислый. Особенно после апельсина сладкого. Добрый, давай. У меня слезы на глазах проступили. Ну, лимон. Вот сейчас ты поймешь, что такое лимон после апельсина. Это первая у тебя была словно сказка. Давайте я. Хоть бы апельсин, хоть бы апельсин, хоть бы апельсин. Опять лимон! Давай. Давай, я тебя уберу сам, что кусочек. Честно, это самый большой, который был. Давай, ты же хочешь выздороветь? Хроротик, залетит сама. Он очень кислый. Опа! Это уже не честно.
честно. Ах, блин. Супер, это кислый лимон. Сколько лимонов ты написала? Сколько апельсина? Поровну. Останутся на штане апельсины. Хотя все апельсины я вначале съела. Больше всего не люблю лимонов в карточке. А, ты вот так, по-хитрому, сразу его от шкурки отсоединил. Давай, раз, два, три. Съели все наши апельсины, все, практически все наши лимоны. У нас просто больше нет бумажек. Мы бы съели все. Непередаваемое ощущение. На самом деле, да. Мне кажется, что витамина С нам хватит на всю оставшуюся жизнь. Вот когда ты бросаешь дольку лимона в чай, попиваешь чай, а потом съедаешь лимон, это одно. А когда ты ешь по одной четвертинке лимона за раз, это и несколько раз подряд. Это ужасно. Я могу даже описать ощущение. Во рту происходит нечто невообразимое. Что-то кислое на языке, щипит язык, начинает болеть десны и зубы. Потом, когда ты это глотаешь, у тебя в желудке все горит. Как будто бы ты выпил 200 грамм водки, наверное. Ну что, давай закусим это дело сладким апельсином. Здоровья нам с тобой побольше, чтобы мы с тобой поскорее выздоровели. Да? Если вам понравился подобный формат видео, если вы хотите, чтобы мы и дальше снимали какие-либо челленджи, то ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. Пока.